И дело о взятке замминистра внутренних дел Вадима Трояна должен расследовать парламент. Постановление о создании временной следственной комиссии уже зарегистрировал нардеп Каплин. Об этом политик сообщил в Ивано-Франковске. Напомню, информация о том, что Вадима Трояна взяли на взятки в 2 миллиона гривен, появилась в СМИ на минувшей неделе. Деньги он якобы получил за помощь в закрытии уголовного дела. Правда, сам Троян и его руководитель Арсен Аваков эту информацию опровергли.